админы, администрация, помогите, я застрял. Помотор, скажи администрации. Чувак, что с тобой? Помогите! Ублюдок, чёрт! Это, блядь, аномалия! Аномалия! Чуваки, с ним что-то все хреново! Это, перезайди на сервер. Нет, он тогда умрет. Какой сервер? Ты о чем? Он... Не стреляй! Стой, засосал, но не дососал. Какого хрена? Пиздец, ты чувак. А спонсором этого видео является легендарный Матвей Северянин. По ссылке в описании тебя ждет самый сексуальный и прикольный канал по бизнесу, старту заработка денег в интернете. И вообще, если ты мало зарабатываешь, но хотел бы делать больше, подпишись на наш канал. Ссылка есть в описании. Вим, у меня сейчас... Ладно, я не буду говорить. Короче, тебя все увидят. Я тебя записываю, короче, понял? Все узнают, как ты погиб. А, в смысле, ты не умрешь, да? Понял? Давай, тебе пуль в голову, чтобы ты мучился. В трену похороны. Давай, чуваки, давай, подождите, давай, опустите стволы. Опусти ствол, Мармура, я это сам сделаю. Что? Собака. Блять, собака. Помогите. Заткнись. Собака, заткнись. Блять, пацаны, просто говно какое-то. Так, тихо. Чувак, мы тебя не вытащим. Хочешь, чтобы тебя избавили от страданий? Давай пулю в голову, чтобы не мучился. Тихо, он сам ответит. Помогите. Что-что? Не понял. Не, брат, давай, ты можешь тут стоять, инфу нам давать. Как в арт. Чуваки, короче, ну... Какой хаос? Ты с чего взял? Мужик, мы тебя тут бросаем, сорян. В нашем арсенале пулеметов нет. А, ну да, логично. Какая ужасная смерть. Бедный мужик. Что взорвалось? Кто-то стреляет. Ази ты, блин. Не помогу. Стойте. Мужики, помогите. Блять. Да, серьезно, вот я, блядь, не узнал. Да мы не можем ему помочь. Что с ним делать? Все. Пускай растет как гриб. Тихо. Пускай растет как гриб. Все, ты там корни вот, пустишь, и все нормально будет. Все, чувак, давай, спасибо, удачи, здоровья, там хорошего настроения. Там чувак врос, короче, в стену забей, мы его не вытащим. Просто, блядь. Чуваки, просто первая секунда, уже такой пиздец на этом сервере. Это ж охуенно. Топ-сервер in the world. Назад, все, отступаем. Нет, я ебал вот эту печенюгу, значит, вашу. Просто пошли вы в жопу. Так, это не у меня в ВК. Осторожно. Еще собака теперь? Нас обложили с двух сторон. Короче, слева печенюга. Он ведь для печеньки. Обслуживание. Нам пизда. Что нам делать? Успокойся. Дэвил, это ты? Печенька нас не сможет. Тихо. Все, тихо. Тихо, блядь, не паникуйте. Все нормально. Смотрим на нее, смотрим. Ты просто кнопку нажимаешь. Пошел в жопу, лох. Тупая печенька. Мы будем по ней стрелять. Мы по ним будем стрелять, мы так ее убьем. Чуваки, все стреляем. А ты нажимай. Все, он не придет. Нормально, отличная командная работа. Да стой, блядь, за кнопкой следи, тихо. Все нормально, мы будем живы. МТФ здесь? Какой НТФ, мы тут одни. Кстати, а где третий? В смысле, четвертый где? Какого хуя? Чё за дерьмо? О, нас больше стало. Он вырос. Блять, пока да так. Ну это нормально, я уже привык. Подожди, мы вышли из твоей задницы, это нормально. Нет, это не нормально. Как вы там поместились вообще? Это к тебе уже вопрос. Стреляйте! Блядь! А, тут зомби! Нет, не хочу умирать! Бегите, долбоёбы! Лифт! Братан, открой обратно, я обратно залезу. Нет, ты не залезешь, мы все вместе сдохнем все равно. Я написал в чате. А где все? Я что-то проебал, походу. Я тут, все, выходим.
Уходим, уходим. Пришли в комплекс, от печеньки двери позакрывали и ушли домой. Отличный рабочий день. Слушай, не понял. А чё напрягать-то, блядь? Такого в рапорте не было. Ай, ножку сломал. Опа. Да пошли вы в жо... Чё, я сразу остановился? Строимся, командир. А, блядь, это ж я командир, сорян. Да, строимся, да. Я немножко попутал после будуна. Короче, строимся у стенки, сейчас шмонать вас будем. На вертолет наш улетел, пиздец. Короче, на группу делиться не будем. Все за мной, держимся группы как можно плотнее. Так мы точно выживем. Я знаю, что я говорю, пойдем. Развалим их там все, мы команда, ебать. Не стреляй, не стреляй, не стреляй только. Держимся группой, не стреляем просто так. Товарищ командир, предлагаю в дисбат Валхора, потому что он постоянно стреляет куда ни попадя. Кого? Вот этого вот товарища. Он не изъясняется и происходит нецелевое расследование, расходование боеприпасов. Слушай, да, еще раз просто так выстрелишь, я тебе нахуй башку снесу, понял? Ну я же говорил. Все, пойдем. Тупо, блядь, каких только дебилов набирают, серьезно, в НТФ. Даже в секьюрити на такие придурки работают. Ну ёб вашу мать, ну чё ж за хуйня такая? Просто кучка придурков. Вот, блядь, отступай. Дверь. Какую дверь? В пизду дверь. Блядь, да иди в жопу ты. Все, чуваки, блядь, пресс-эф тупая амсерка, мне пизда. Слушай, мы так будем, блядь, часами от друг друга убегать. Просто, блядь, отстань от меня, тупая тварь. Просто по кругу чисто, блядь. Налево, 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 налево. Так это ж направо. А, ну да, направо. Бегим, бежим, бежим, бежим. What? What the fuck? Сука. За мной эта хуйня, за этой хуйней, доктор. Блядь, Access denied. Как я живой остался? Пиздец, чувак, чувак. А, фу, чуваки, вот вы. Мне чуть жопу не отгрызли. Точнее, грызанули. Но я вроде залатал изолентой. Давай. Что такое? Что, чё, чё? Обнаружен, блядь. Долбоёбы с автоматами. С пулеметами. Надо через другие врата уходить. Отступаем! Отступаем назад! Направо! Быстро, быстро! Нам нужно найти, где тут гейт Б? Не знаю, не помню. Не помню, ты чё, блядь, не смотрел? Не смотрел инструктаж! А ну да, я ж тоже его не смотрел. За работу, парни. Да, за работу. Сколько нам за это будет платить, за эту работу? 5 рублей. И сколько? Сколько? 5 рублей? Все, я пошел обратно. Да ладно тебе, кто этот, шаурма? А, за шаурму? Если шаурма и 5 рублей, я еще подумаю. Двигаемся медленно и тихо. На нем был нож? Не знаю. Двигаемся медленно и тихо, понятно? Так точно! Внимание, в комплекс прибыли вооруженные силы. Мога, мы спасем вас всех, особенно Д-персонал. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Д-персонал круче всех, сука, она закончилась. А ты не можешь тогда? Ну, отстой, да. Давно мечтал, всегда хотел. О, кажется, кажется, это пришло. Привет, СП. Уже тащи. Блять. Блять, я на... Сука, я на этот отвлекся. Ты понимаешь, чувак, ты меня погубил. Ты меня погубил. Сука. Я на донат на стриме отвлекся, блять. И меня засосало сюда. Так, чувак, смотри на меня, смотри, все будет хорошо. Сейчас. Эники, баники, ели, вареники. Что-то там дальше, я сюда. Я сюда. Да пошли вы в жопу, блять.